В эфире службы новостей «Саров-24» в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Чтобы помнили, в Сарове прошли памятные мероприятия ко дню начала Великой Отечественной войны. Откроем миру свои сердца. В Центре социальной помощи семье и детям завершилась первая смена лагеря с дневным пребыванием. Турнир на Кубок РФЦ в НИЭФ, кто стал победителем ежегодных соревнований по теннису. Далее расскажем обо всем подробно. Ровно 77 лет назад, рано утром 22 июня, фашистская Германия напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей. На полях сражения погибло 27 миллионов человек. День памяти и скорби – особенная дата в календаре. Каждый год 22 июня по всей стране проходит множество мероприятий, главная цель которых – вспомнить тех, кто отдал свои жизни за великую победу. 22 июня 2018 года, на часах ровно 4 утра. У вечного огня начинают собираться люди. В руках у них треугольные письма с надписью «Помним и чтим», похожие на те, что приходили с фронта в годы Великой Отечественной. Акцию, посвященную Дню памяти и скорби, решили провести рано утром. Именно в те часы, когда 77 лет назад на нашу страну обрушилась страшная война. Люди стараются вспоминать почему-то только праздничный момент. Я же, напротив, считаю, что необходимо, и трагические моменты нашей истории вспоминать, чтобы они больше не повторялись. Возложив цветы к вечному огню, участники акции с символической георгиевской лентой отправились к городскому музею. В далеком 41-м именно оттуда добровольцы отправлялись на фронт. Защищать свою страну из города уехало более 950 саровчан. 523 из них не вернулись с полей сражений. У нас тоже есть родственники, деды. Мои деды, его прадеды, которые участвовали в этой войне, слава Богу, вернулись живыми. Они участвовали, мы решили почтить их вот эту заслугу. Дорогой прадедушка, спасибо тебе за то, что ты отстоял мир, за то, что я живу в счастливой большой семье. Я горжусь тобой и буду тебя помнить. Самый юный участник акции Рома Савкин аккуратным детским почерком написал письмо своему прадедушке, участнику Великой Отечественной войны. Символический фронтовой треугольник прикрепили к белым шарам и вместе с другими письмами отправили в небо. Чтоб дедушка был живым у нас в сердце. В этот же день у мемориала памяти прошел традиционный митинг. Почтить память погибших и возложить цветы к вечному огню пришли те, кто был свидетелем событий тех лет и на чью долю выпала ответственность восстанавливать страну в послевоенные годы. В митинге также приняли участие ученики школ, представители общественных объединений и организаций города. Зинаиде Михайловне Курбаковой было всего 10, когда началась война. Страшную новость девочка услышала по радио, и это в корне изменило ее судьбу. Вместо беззаботного детства – жизнь в оккупации, вместо уроков – партизанские вылазки. О том, через что пришлось пройти в те годы, женщина не может говорить без слез, тяжело вспоминать, но забывать никак нельзя. О военном детстве Зинаиды Михайловны Курбаковой в нашей специальной рубрике «Лица победы». Услышав о начале войны, все мужское население родной деревни Зинаиды Михайловны, не дожидаясь повесток, отправилось на фронт. До железной дороги 10 километров. Отцов, мужей и братьев дотуда провожали семьи. Они поехали, их вагоны такие товарные, все не сели, сели, стали. И поезд ушел. И потом многие не вернулись. Но и тех, кто остался дома, война не пощадила. 15 месяцев деревня Александровка, что в Орловской области, была в оккупации немцев. Рядом проходила линия фронта, и маленькая Зина была свидетелем многочисленных бомбежек. Это такой стоял гул, такой грохот стоял. Ой, это было что-то страшное. Мы ходили с открытыми ртами, потому что лопались барабанные перепонки. Вспоминает Зинаида Михайловна, и как фашисты пришли в деревню, как грабили дома, отбирая одежду и обувь, забирая продукты питания, как немецкий комендант выбирал себе прислугу из местных учителей. Он сказал так: «Отныне вы будете служить Великой Германии, фюреру и пану коменданту». Они сказали: нет, мы пану коменданту не будем служить. И не будем служить Германии, и фюреру не будем. И он прям перед всей толпой их расстрелял. Такие расстрелы были постоянно. От пуль врага гибли женщины, старики и дети. Но это не сломило жителей деревни. Многие подростки ушли в партизаны, а дети помладше, в том числе и 12-летняя Зина, помогали Красной Армии, чем могли. Мы собирали, у нас было там очень много снарядов, гранат, все это линия фронта,
линии обороны, привозили очень много. А где хранить? Ну, сарай деревенский, ну что там положишь? Они прям под открытым небом все это лежало. И мы набирали вот эти гранаты, лимонки, и козьи знали козьи тропы, где можно пройти, минуя деревню. Один из самых страшных моментов той войны для Зинаиды Михайловны – битва за освобождение деревни. Она длилась трое суток. Бомбежки не прекращались ни на минуту. Бои шли и на земле, и в небе. Жители спасались от пуль и снарядов в погребах. И вот я вылезла из погреба. Смотрю, летят эти снаряды, Катюши. Огненные. Вот они, ну, сантиметров по 70, такие большие снаряды. И рядами по 4. Ряд 4, следующий ряд 4, прям летят, это залп Катюши. Огненные, раскаленные, шипят. И как упадет, горит земля, поле чистое, ничего, на поле нет, снег там только и все, ничего. Горит земля, танки плавятся. Это не ад, это страшнее. Апогеем ужаса стала повторная бомбежка. После того, как советская армия освободила деревню, один из оставшихся в домах немцев подал сигнал своим самолетам. И когда уже никто не ждал удара, на Александровку вновь посыпались снаряды. Бомбы попали в каждый дом. Погибших было не пересчитать. Как говорит Зинаида Михайловна, это была настоящая мясорубка. Ярким воспоминанием на всю жизнь стала раненая лошадь. Лежит лошадка широко-широко открытым глазом. Вот зрачок от боли, что ли, расширился. Вот. И из глаза, вот копеечная монета, катится слеза. Я говорю, я первый раз видела, как плачет лошадка. После войны Зинаида Михайловна получила диплом медика и по разнарядке была направлена на станцию Шатки-1, воинскую часть 3274, где прослужила 33 года. Женщина написала несколько книг, в которых собрала истории героев Великой Отечественной. И сегодня продолжает делиться воспоминаниями о том страшном времени, чтобы никто не забыл, через что прошла наша страна в годы войны. Купаться разрешается. Роспотребнадзор обследовал водоемы Нижегородской области. Специалисты провели порядка 400 лабораторных исследований поверхностных водоемов в зонах рекреации. Воду проверили на микробиологические показатели, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели. Все отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Контроль за качеством воды в зонах отдыха продолжается. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове продолжает подводить предварительные итоги ЕГЭ. Единый государственный экзамен по русскому языку написал 481 выпускник. Средний балл составил 73,4. Не смогли преодолеть минимального порога двое выпускников. ЕГЭ по математике по-прежнему разделен на два уровня – базовый и профильный. В среднем ребята справились с заданием лучше выпускников прошлого года. Александр Репин из 15-го лицея получил заслуженные 100 баллов. В Сарове установили третий класс пожароопасности. Спасатели просят граждан быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Не сжигать мусор на садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений. Не разводить костры в лесах. Не оставлять лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. В следующую субботу, 30 июня, в Сарове перекроют проспект Музрукова. Соответствующее постановление подписали в городской администрации. Как следует из документа, с 15 до 21 часа будет закрыто движение всех транспортных средств на участке от пересечения с улицы Зерновой до пересечения с улицы Советской. Каждое лето в Центре социальной помощи семье и детям работает лагерь с дневным пребыванием, где любой воспитанник может найти себе занятие по душе. На все летние каникулы запланированы 3 смены, у каждой из которых своя тематика и направленность – культурно-нравственная, краеведческая или познавательно-развивающая. О том, как прошла первая смена на базе теплого дома, расскажем в следующем репортаже. Летние каникулы должны пройти не только весело, но и интересно и полезно. «Откроем миру свои сердца» – под таким девизом проходила первая тимуровская смена в Центре социальной помощи семье и детям. 3 команды мальчишек и девчонок учились дружить, помогать, а также соревновались в различных видах деятельности и спорте. Мы помогали и бабушкам, и бездомным животным. Мне очень понравились наши спортивные игры. Мы играли в пионербол, волейбол, и особенно мне понравилось, как мы ходили в бассейн. Футбол, волейбол, а может баскетбол или бадминтон – все ребята нашли себе занятия по душе. Кто-то отдыхал в тени, играл в песочнице, и все это под чутким контролем педагогов и воспитателей, трогательную заботу которых почувствовал каждый ребенок. Я хочу передать спасибо нашим воспитателям за то, что заботились о нас.
Всю эту смену проводили для нас мастер-классы. Кроме подвижных игр на свежем воздухе, ребята мастерили поделки своими руками и осваивали различные техники рукоделия. Вышивка, скраббукинг, лепка из соленого теста, лоскутное шитье. Следующая смена обещает быть не менее интересной. Педагоги раскроют детям тайны и секреты родного города. Наш лагерь в первую очередь для детей, которые воспитываются в семьях с низким уровнем достатка, то есть для малообеспеченных, для семей, в которых есть дети-инвалиды, для опекаемых детей. Пребывание в летнем оздоровительном лагере абсолютно бесплатно. Вторая смена начнет работу с 26 июня. Все вопросы, связанные с организацией отдыха ребенка, можно уточнить в Центре социальной помощи семье и детям. В Сарове прошел открытый кубок РФИАЦ-ВНЕФ по теннису. Ежегодный всероссийский турнир, аналогов которого нет в других городах, зато проводился в 26-й раз. Эти соревнования включены в список всероссийской турнирной теннисной таблицы. В этом году в кубке приняли участие более 100 спортсменов из 15 городов страны. Теннисисты соревновались в личном, парном и смешанном разрядах. Жаркие баталии продолжались на теннисных кортах всю неделю. Вот вам играйте, что в переводе с французского означает теннис. Главное оружие спортсмена – ракетка, главное – задача перекинуть мяч на сторону соперника так, чтобы он не смог его отразить. Ильмира Альмяшева занимает первую ступень на пьедестале почета. Теннис захватил спортсменку всего 2 года назад, но этого времени оказалось достаточно, чтобы хорошо подготовиться и достойно выступить на соревнованиях. Меня завлекли мои московские друзья, которые инфицированы этим видом спорта, поэтому они меня закружили и оказалась здесь. Турнир проходил в одиночных, парных и смешанных разрядах. Буквально 2 года назад турниру была присвоена первая категория, и это значительно повысило его статус. Теперь соревнования включены в регламент Всероссийской Федерации тенниса. По итогам турнира мы отсылаем отчет в Москву. Людям, принявшим участие в турнире, начисляются рейтинговые очки. И параллельно мы делаем турнир для молодых, то есть кому нет 35 лет. За победу в теннисном турнире боролись порядка 100 спортсменов из Сарова, Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Архангельска, Саратова. Лучшие в своих группах получили медали, кубки и дипломы. Восточная мудрость гласит: мед – лекарство от 100 болезней. Полезные и вкусные лакомства саровчане могут приобрести в Центре культуры и досуга в НЕФ. Там начала свою работу выставка «Медовая феерия». С 22 по 24 июня в Центре культуры и досуга в НЕФ проходит ярмарка меда. Пчеловоды Михайловы уже не первый раз в нашем городе. И саровчане успели по достоинству оценить мед с их пасек. На ярмарке традиционно представлен огромный выбор этого натурального лакомства. Каштановый мед улучшает кровообращение. Или, например, мед с пыльцой. Всего 3 чайные ложечки в день, и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний, потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов. Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный, мед диких пчел, майский мед. Есть мед с мумиё, с пергой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. Прополисный мед с живицей тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний – и бронхиты, ларингиты, ангины. Его очень тоже хорошо кушать для профилактики. Впрочем, какой бы мед вы ни выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего 1 чайная ложка в день укрепит ваши суставы и кости, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы можете приобрести продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу, мазь для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней – с 22 по 24 июня. Вас ждут в Центре культуры и досуга в НЕФ с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.